Окей, давай попробуем три круга на жестких и потом на средних. Мы по тактике сейчас их будем трюкать. Три круга едем на жестких, потом семь кругов на средних. Так, ну, я надеюсь, эта альтернативная тактика сработает. Ага, класс, 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 класс. Вот это мне на руку. Вот это вот все мне очень сейчас на руку. Потому что у нас жесткая резина, и пусть толкаются. Без проблем. Ой, сзади вообще никого нет. Куда все поделись-то? Так, только вот с этим надо разделаться. Куда? Ты уехал? Зачем? Он мне моргнул, типа аварийка. Я так понимаю, хотел пропустить, но куда-то он... Тань, да, оставь там, пожалуйста. Тань, там... Ладно, да-да-да, спасибо. Я потом заберу. Блин, потеряли почти секунду, ну ладно. Зато перед носом у нас теперь есть Наполеончик и чаечек. Нормально, нормально, они там бодаются. Смотри, еще кого-то вынесли. Вот это мы удачно делаем все. Смотри, как нам везет. Класс, у нас жесткая резина, пускай пока пихаются, мы это всего этого избежим. Вот мне бы только подъехать еще ближе, чтобы я был в зоне слепстрима. Так, 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 так. Лансер! Вот это ты зря ошибся. Я знаю, что ты на прямых не быстр. Ох, не быстр ты на прямых. Ну вот толкать, зачем меня надо было? Я же там вполне тебе место оставлял. Ладно, давай, езжай. Очень нервно управляет. Вот я сразу вижу, что чувак на стиках. Посмотри на эту нервную рулежку. Давай. Наверное, сейчас как раз в боксы и поедем, потому что уперлись мы на ним. Аварийчиком моргнул ему, но я не знаю, вряд ли он меня догонит на прямых, даже под слепстримом, потому что Мицука. Нет, конечно. Это было красиво, ребята, лайк. Еще один круг, и я еду в бокса. Вполне красиво мы с ним поборолись. Все, пора в бокс. Очень надеюсь, что я не выйду в какой-то лютый трафик. Но преимущество по резине у нас должно быть. Их
тихо, тихо. Там, ребят, можно зеленочку задеть и пиши пропало. Я знаю, о чем я говорю, поверьте. Так, средний, да. Ну, блин, слушай, хорошие шансы. Хорошие вполне. Мы немножко подзастряли в начале, но сейчас... Тактика сейчас, может быть, сыграет. Я просто боюсь, где я сейчас выйду. Я сейчас могу в трафик встрять. На 10-м месте. Ну, знаешь, я делаю ставку на то, что они сейчас тоже потихонечку начнут в боксы заезжать. И таким образом я их и обгоню. Блин, мне даже самому интересно, что произойдет. Это очень интересная стратегия. Ну, типа, получится ли нам это все дело обмануть или нет? Так-то все сделали грамотно. Они пока боролись вначале, пока они там друг за другом. Мы потихонечку под шумок на жестких резинах проехали-то как следует. О чем я вам и говорил, да? А я говорил! Я как раз рассчитывал на то, что они будут в пит-стоп заезжать, и я таким образом не застряну в трафике. Гениально. Да, я чувствую грёбаную скорость. Вот они все волной заехали, кроме одного человека. Ну, а они сейчас выйдут перед ним меня. Хо-хо-хо-хо! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, а где это мы? А мы на третьем месте. А это поляк, у которого я отнял лучший круг, который был на все это время. Подотстал, но за счет слепстрима подъеду ближе. Блин, ну я его сейчас выстегну нахер, если он не прекратит это делать. Понял, что он, что это было? Он специально пропустил, либо отвалился? Еще рано. Еще надо оторваться. Польская Строн. Вива Кубита. Блин, не хочет отставать. Так и держится там, меньше чем в секунде.
Еще кружок! Продержаться, но он что-то начинает сдавать позиции. Плюс я ему слепстрим не даю. Только бы не проштрафиться, а! Вот чего боюсь я, это штрафа. Один штраф получим, даже полсекунды, мы просрем. Да резину уже не держит ни хрена. О, что-то там он ошибся. Есть! Не-не-не-не-не! Это было медленно. Ой, да он вообще косячит. Все, он тоже поплыл. Все! Кажется, это победа. Я даже начну чуть пораньше тормозить, чтобы уж точно перестраховаться. Real bitch! Sit down! Я как Санта-Клаус, попадаю в твой хаос. И нас уже заждался мой пурпурный бравос. Пурпурный бравос, пурпурный бравос. Эй, детка, я заждался гол, пурпурный бравос. Пурпурный бравос, пурпурный бравос. Эй, детка, я заждался гол, пурпурный бравос. Красава, Пашка. Молодца. Хорошая гонка. Блин, Дим, спасибо большое. Этот тайминг был просто безупречный. Я не знаю, как ты научился это подгадывать. Ну, ребята, ну тут было все идеально. Теперь же я скажу. Есть за всю мою жизнь. За всю мою карьеру есть хоть одна гонка, где я действительно доволен абсолютно всем. Да, это она. Это она. Обалдеть. Спасибо большое, Дим. Слушай, хоть делай этот ролик. Ну, блин, обязательно повтор записать. Да с восьмого места на первое. По тактике идеально. Сложилось все идеально. Они прям вовремя чик-чик-чик-чик-чик боксы срулили. Остались мы вдвоем. Борьба была отличная. И вон поляк нас поздравляет. И мы ему ответим тем же. Спасибо за гонку, феноменальная гонка, мы говорим поляку, потому что, ну, блин, надо сказать, он действительно молодец. Это было классно, это было, ну, то есть мы боролись чисто, без грязи. Ну, что еще тут скажешь? И Наполеончик рядом с чайком горячим, ну тут просто все прекрасно.